Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас идет обзор набора от компании Стандарт ST1426. Набор состоит из 26 предметов. Рабочий квадрат в наборе 1/4 дюйма, то есть маленький, самый маленький квадрат. Поставляется набор вот такой вот упаковки, то есть полиграфия самая простая, то есть здесь видно, что нет, как на профессиональных наборах, то есть какой-то глянцевой полиграфии, то есть самая обычная сверху коробка. Указывается комплектация на упаковке: CRV хромованадиевая сталь, ISO 9001 стандарту соответствует. Немного о инструменте Стандарт. Это фирма из Харькова, но инструмент изготавливается на заводах в Китае и в Индии. То есть инструмент полупрофессиональный. В комплекте трещотка под квадрат 1,4. Трещотка на 48 зубьев, длина ее 165 мм. Рукоятка здесь комбинированная, пластик-резина. Черный цвет резина, синий пластик. Стандарт, надпись на металле есть. CRV, хромованадиевая сталь. Имеется реверс, переключение право-влево и быстрый сброс головки. Трещотка разборная, то есть можно заменить внутреннюю часть или обслужить внутри. Далее, отверточная рукоятка. Здесь держатель из пластика, то есть пластиковая. Есть присоединительный квадрат, для того, чтобы можно было подсоединять трещотку. Но в данном наборе нет бит, поэтому здесь она применяется только с головками. Для труднодоступных мест можно использовать. Два удлинителя под квадрат 1,4, 100 и 50 мм. Т-образный вороток, длина его 11 сантиметров. Кардан под квадрат 1,4. Кардан скреплен металлическими вставками, то есть он не разборной. И по головкам. В наборе шестигранный профиль, головок коротких 14 штук. Самая маленькая головка у нас идет на 4 мм, 6 граней. И самая большая головка 14 мм, тоже шестигранная. Также есть небольшой набор, 5 штук, это головки длинные. 8 мм самая маленькая шестигранная. И самая большая головка на 13 мм, также 6 граней. По комплектации все. Теперь визуально, как выглядит инструмент, нет ли на нем сколов, царапин, следов от литья. То есть инструмент полупрофессиональный, материал изготовления хромованадиевая сталь. Пересмотрев все единицы инструмента, здесь мы не нашли здесь сколов, вмятин или следов от литья. То есть все хорошо отполировано, имеет защитное покрытие сверху матовое. Ну, инструмент как бы достойный за свою цену. То есть это полупрофессиональный. Применяется больше для ремонта собственного автомобиля, или скутеров, или велосипедов. Теперь по кейсу для хранения. Кейс пластиковый, он цельнолитой идет, то есть без завис. Запирание на вот такой вот защелку. Один замок. То есть даже не замок, это просто пластиковая защелка. Надпись «Стандарт» на верхней крышке есть. И по габаритам кейса. Ширина 23 см, длина 15, высота 4 см. Вес набора составляет 1 кг. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Ставьте лайк, кому понравилось это видео или кому оно помогло с выбором набора инструмента. Спасибо, до свидания.